что будет, если смешать рис и гречку? Я вам отвечу. Получится очень вкусный ужин, который легко приготовить, не пачкая лишней посуды. Готовим в одной сковороде. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить рис и гречку вместе. На дно сковороды отправляю 2 столовые ложки растительного масла и оставляю нагреваться. В это время 2 средних перца нарезаю сначала соломкой, затем нарезаю мелким кубиком. Чтобы было нарядно, я взяла один красненький и один зелененький перчик. Кубики перца отправляю в разогретое масло пассероваться. Одну среднюю морковку разрезаю сначала на 3 части, затем нарезаю тонкими пластинками. Пластинки складываю вместе и нарезаю тоненькой оранжевой соломкой. Соломку морковки отправляем к перцу и перемешиваем для того, чтобы овощи готовились равномерно. Одну среднюю луковицу разрезаю пополам, затем делю на 3 части и нарезаю средним кубиком. Лук также соединяем с остальными овощами. Перемешиваю. Добавляю 4 зубчика чеснока. Вы можете добавить меньше или больше, это на ваш вкус. Чеснок пропускаю через пресс. Следом 500 граммов куриного фарша. У меня фарш из куриной грудки. Перчу, делаем это по вкусу, я использую смесь перцев. С помощью лопаточки разделяю фарш на более мелкие фрагменты и перемешиваю его таким образом с овощами. Фарш я уже хорошенько измельчила, перемешала с овощами. Солю, делаем это также на ваш вкус. Добавляю столовую ложку соевого соуса, затем 700 мл воды, увеличиваю огонь до максимального, накрываю крышкой и оставляю до закипания. Соус закипел, убавляю до среднего огня, снимаю крышку. И вот мы с вами уже добавляем рис. У меня 150 граммов длиннозерного риса, рис я заранее промыла. После риса сразу отправляю гречку, также заранее промытую, 150 граммов. Теперь все очень просто. Перемешиваем равномерно, распределяем вместе с соусом и овощами. Накрываю крышкой, оставляю на огне ниже среднего, до готовности это около 15 минут. 15 минут прошло, наш вкусный, красивый и необычный ужин из обычных продуктов готов. Посмотрите, каким рассыпчатым по этому рецепту получается рис и гречка также рассыпчатая. Получается вкусно, сытно, на самом деле интересно и, конечно же, красиво. Обязательно попробуйте приготовить такой ужин, он понравится и вашей семье, и отлично подойдет всем тем, кто снижает свой вес. Добавьте свежей зелени, и отличный ужин готов. Просто посмотрите, какой он красивый, аромат невероятный. Обязательно приготовьте и порадуйте ваших близких. Такой ужин получается очень сытным, благодаря тому, что мы используем сразу 2 вида крупы. И, конечно же, еще добавили большое количество овощей и куриный фарш. Все составляющие вкусного, полезного ужина есть. Приятного аппетита!
вкусно, быстро, просто и, кстати, полезно. Что еще необходимо для ужина? Эти ингредиенты есть у вас дома, так что не теряйте времени, приготовьте вкусный ужин для своей семьи. Если вам понравилось это видео, наш новый рецепт, обязательно оцените нашу работу, поставьте лайк. Конечно же, делитесь этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали о том, как вкусно можно приготовить ужин. С вами была Мария Миронеевич, я желаю всем любви и добра.